Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей встрече посольства будущего. И многие из вас с нами уже знакомы, поэтому мы вас благодарим, что вы снова с нами, что вы присоединились. Очень рады, что наш проект продолжается. Мы с вами будем снова встречаться, общаться и расширять кругозор. И давайте, как всегда, посмотрим, кто сегодня с нами. Пожалуйста, если вы еще этого не сделали, свой аккаунт, да, переименуйте имя, фамилию, город, и в чате напишите, пожалуйста, чтобы мы видели, откуда вы, как вас зовут. Давайте все обратимся к чату, имя, фамилия и город, как мы уже привыкли делать это с вами. Да, я вижу Савелий Магин, здравствуйте. Ага, добрый день, Кристина Рыбинск, Санкт-Петербург, Айгуль. Дементьев Михаил из Сочи, здравствуйте, Скотков Миша Самара, добрый день, Мария Карелова, Москва, Рубцовск на связи, здравствуйте, Алина Старкова, Воронеж, о, здорово, Волгоградская область, Ростов-на-Дону. Мы очень рады, что наша география расширяется от встречи ко встрече, нас все больше, Мурманск, здорово, ребята, всем добрый день или добрый вечер. И сегодня наша с вами встреча посвящена дипломатии и спорту. Сегодня спорт – это не только физическая активность, здоровый образ жизни, а также спорт является образовательным инструментом, который развивает командный дух, объединяет людей независимо от их происхождения, воспитания, религиозных взглядов, активизирует развитие культурного обмена, межкультурного диалога, формирует социальные ценности добра, чести и мира. И спорт играет важную роль не только внутри страны, но и на международном уровне. Спортивная дипломатия, как одна из подотраслей дипломатии, находится в подчинении публичной дипломатии. Спортивная дипломатия – один из самых цивилизованных, мирных и массовых дипломатических инструментов в стране. И история спортивных состязаний как фактора международных отношений уходит корнями в античные Олимпийские игры, наверняка, как вы знаете, проводившиеся на территории современной Греции. Согласно легендам, первые игры были организованы героем древнегреческих мифов Гераклом, и по данным известного римского историка, это произошло в 1210 году до нашей эры. Но первое документально подтвержденное празднование Олимпиад относится к 776 году до нашей эры. И сегодня, ребята, мы будем с вами общаться с героями современности, с великими российскими спортсменами. Позвольте мне представить вам нашу замечательную гостью, гимнастку Ангелину Мельникову. Ангелина является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Ангелина, здравствуйте! Здравствуйте! Вы столько титулов назвали, что даже я устала слушать. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, расскажите нам, пожалуйста, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Пожалуйста, расскажите, поделитесь с ребятами вашими впечатлениями от Олимпиады. Что больше всего бросилось в глаза, когда только приехали? Какие эмоции вы испытывали? Огромное спасибо, во-первых, за приглашение. Для меня, правда, большая честь выступить перед ребятами. Мои первые впечатления об Олимпийских играх – это, наверное, счастье. Во-первых, меня впечатлило то, что в свой день рождения я летела в самолете на Олимпийские игры, и это был такой, правда, классный подарок. Когда мы туда приехали, в целом, наверное, были смешанные эмоции, потому что было очень много ограничений с ковидом, но как бы счастье все-таки оставалось, потому что мы ехали за самой-самой нашей заветной мечтой. Здорово, спасибо.
Ангелина, скажите, спорт, особенно олимпийский, это международный вид коммуникации, вид общения. И вот расскажите, а как вы общаетесь с соперниками? Дружите или нет? У нас в гимнастике вообще очень дружный вид спорта, мы очень хорошо общаемся друг с другом. Да, мы общаемся на английском, но всегда друг друга поддерживаем, потому что все абсолютно гимнастки знают, какой спортивная гимнастика сложный вид спорта, и мы стараемся максимально друг друга поддержать всегда. Спасибо за ответ. А скажите, какие качества характера помогли вам добиться таких результатов? Хочу сказать, что в первую очередь, наверное, дисциплина помогла мне многого добиться, потому что я правда слежу за дисциплиной, для меня это важно, и я считаю, что один из успехов – это он кроется в дисциплине, успех кроется в дисциплине, точнее. Трудолюбие на 100%, потому что я очень трудолюбивый человек, и, наверное, все-таки спортивный характер – это вот когда ты знаешь, что ты не можешь, но ты будешь делать, чтобы себе доказать, что я хоть чуть-чуть, но могу. Спасибо. А что вы считаете самым сложным на пути к спортивному успеху? Самым сложным, я считаю, не потерять свою цель, всегда помнить о своей цели, потому что, когда ты идешь к своей цели, у тебя на пути очень много разных отвлечений, то есть ты можешь сойти со своего пути, ты можешь свернуть на ту дорогу, и тебе нужно всегда помнить о том, что куда тебе нужно идти. Это самое сложное. Удержаться именно на том пути, который ты выбрал. Спасибо. А у нас есть вопрос в чате. Вот Миша Скаткова из Самары. А у вас есть какое-нибудь хобби? И чем вы любите заниматься помимо гимнастики? Да, у меня есть хобби, я очень люблю читать, также я очень люблю дизайн, я занимаюсь немного диджитал-рисованием, вот, в целом, как обычный человек, наверное, смотрю фильмы, у меня не особо есть много свободного времени, так что вот самое мое любимое, это, наверное, дизайн. Спасибо. А скажите, если книга, то какая? У нас ребята очень часто спрашивают, порекомендуйте что-то почитать или что-то посмотреть. Вот давайте дадим такую рекомендацию, если можно. Если книга, то какая? И если фильм, то какой? Да, моя любимая книга — это «Алхимик» Пауло Коэльо. Я, кстати, собираюсь ее сейчас перечитать, потому что любимая она, потому что там такая история о том, что человек должен пройти определенный путь для того, чтобы получить определенный опыт, и ты его проходишь, но на самом деле твоя там цель была у тебя под носом, но без того пути, который нужно пройти, без того опыта, который тебе нужно получить, ты не получишь эту цель, поэтому для меня это прям полностью так характеризует какую-то мою жизнь, поэтому я люблю ее читать. А фильм, мой любимый фильм «Дьявол носит Прада», потому что он о моде, он о модном журнале, собственно, все. Спасибо большое. А вот у нас еще есть вопрос от Савелия Магина из города Ревды. А как вы относитесь к музыке? К музыке отношусь хорошо. Я слушаю, наверное, обычную музыку, как и все. Что-то современное, популярное, что-то ритмичное. А какой ваш секрет успеха? Секрет успеха, еще раз повторюсь, что 100% в дисциплине, потому что я сама за собой наблюдала, когда я менее дисциплинированная, у меня мои результаты падают, когда я более дисциплинированная, все идет в гору. А возвращаясь к вопросу о спорте, а у нас в чате вопрос от Даши Кареловой из Москвы. Почему вы начали заниматься именно гимнастикой? Гимнастику у меня привела бабушка, чисто случайно. Просто в детстве я была очень активным ребенком, мои родители решили меня куда-то отдать. Сначала меня привели на танцы, мне не очень понравилось, и вот вторые двери был гимнастический зал, и я сказала, конечно, да, мне очень понравилось. А со скольки лет? Шесть лет. Это, кстати, очень поздно, обычно начинают с 4. Ну, судя по вашим результатам, совсем не поздно. Ну да. Спасибо. А подскажите, пожалуйста, вопрос у нас от Павла. Что помогает справиться с волнением? И вот вопрос дальше еще был от Марии Кареловой. Вообще, волнуетесь ли перед соревнованиями? И что помогает справиться с волнением? Конечно, я волнуюсь перед соревнованиями, потому что я знаю, что мне нужно выполнить определенный максимум, определенный подход.
Конечно, это очень волнительно. Волнение, на самом деле, если его правильно направлять, использовать, оно только помогает. Поэтому очень важно его научиться использовать, так скажем. Вот. Как я себя успокаиваю? Наверное, я думаю о том, о своих программах. Думаю не о том, что происходит вокруг, а о том, что мне нужно сделать. Это помогает успокоиться. Спасибо. И у нас еще был вопрос от Марии. Было ли такое, что хотелось во время соревнований сдаться и уйти, отступить? Конечно, несколько раз такое было, потому что когда там какой-то важный момент у тебя не получается, конечно, руки опускаются и во время прям выступлений. То есть такое, да, бывает, и это нормально, потому что ты хочешь там показать максимум, а в итоге у тебя не получилось. Да, но потом самое главное до конца не расслабляться, не опускать руки, потому что это всего лишь этапы жизни. Спасибо большое, спасибо. Ну что, да, вот смотрите, есть интересный вопрос от Алины. Если бы не спортсменкой, кем бы вы хотели стать? Если бы я не занималась, наверное, спортивной гимнастикой, я 100% выбрала бы творческую сферу деятельности, потому что мне нравятся книги, рисование, танцы, что-то творческое направление 100%. Спасибо. Ну что, Ангелина, давайте еще какой-нибудь совет ребятам дадим. Чтобы такие некие напутственные слова, потому что наверняка у нас есть и те ребята, которые просто мечтают об Олимпиаде, и чтобы, может быть, их как-то мотивировать для достижения. Вот, как раз-таки мне бы хотелось, наверное, дать такой совет, что ищите мотивацию где-то внутри себя, чтобы найти мотивацию, подумайте о своей, о конечном результате, в первую очередь нужно подумать, и... Не знаю, нужно выстраивать по полочкам свою жизнь для какого-то результата, поэтому к этому нужно относиться серьезно и, конечно, с настроением. Спасибо вам огромное, Ангелина, спасибо за опыт, за то, что поделились спасибо. С нами, с ребятами, поделились отличным настроением. Спасибо, мы вас отпускаем, спасибо большое, что были с нами. Ребята, давайте реакциями в зуме или руками помашем, поблагодарим Ангелину. Спасибо большое. Огромное спасибо, хорошего всем дня. Взаимно, новых побед. Спасибо, Ангелина. До свидания. До свидания. Ребята, а мы с вами продолжаем, ведь дипломатия – это диалог, в ходе которого все стороны находят общее решение. Блестящие примеры дипломатического мастерства в свое время показывали советские переговорщики. Нашим дипломатам удалось провести успешную кампанию, направленную на популяризацию проведения Олимпийских игр в Советском Союзе, и заручиться поддержкой действующего в то время президента Международного Олимпийского комитета. И так Москва стала столицей Олимпиады в 1980 году, а Советский Союз получил новые возможности в работе над демократизацией олимпийского движения и расширением представительства в МОК социалистических стран. Из новейшей истории можно вспомнить чемпионат мира по футболу в 2018 году, который в итоге был признан ФИФА лучшим в истории, а иностранные гости не понаслышке узнали, насколько миролюбив, гостеприимен и открыт к общению наш народ. И, ребята, сегодня у нас с вами есть еще одна уникальная возможность пообщаться с удивительным человеком. С нами сегодня сильные, открытые и не останавливающиеся на достигнутом люди. И я сейчас рада представить вам Евгения Рылова. Евгений является российским пловцом, специализирующимся в плавании на спине и вольным стилем. Двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в 21 веке, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России. Евгений, здравствуйте! Добрый день! Давайте всем с вами... добрый вечер, у кого добрый вечер, у кого доброе утро, может, не знаю. Да, у нас география обширная, ребята вначале представлялись от Мурманска до Владивостока, мы все сегодня здесь в Зуме, спасибо, что вы смогли присоединиться. Давайте вернемся к Олимпиаде, вы завоевали первое для России золото на Олимпиаде 2020 года в Токио на дистанции 200 метров на спине. Для страны это сенсационная победа с 96 года и новый олимпийский рекорд. О чем вы думали? Расскажите, когда стояли на пьедестале, какие мысли у вас были в тот момент?
прошу прощения, но на сотню спине было первое золото, не на 200. Ага, да, прошу прощения, хорошо, извините, пожалуйста. На сотню спине не было никаких рекордов, я побил свой личный рекорд, то есть рекорд Европы новый. Какие эмоции? Ну, на сотню на самом деле было намного больше эмоций, чем на 200. Связываю с тем, что на 200, немного не успел остановиться после там эстафеты, и поэтому сложилось все как сложилось, я смог победить, но результатом был не очень одно. На сотне я, наверное, реализовался на 120%, потому что я вывел из себя больше, чем максимум. Не все было хорошо перед финалом на 100 спине, поэтому как сложилось, наверное, все идеально на 100 спине. Спасибо. А расскажите, в принципе, почему вы выбрали этот вид спорта? Что было главным толчком к профессиональному занятию спортом? Профессиональным занятием было толчком. Я с детства всегда хотел быть везде первым. Такой где-то, наверное, немного эгоистичный момент, но он мне где-то помогал двигаться, в принципе, во всех направлениях. По детству я успевал хорошо учиться в школе, на отлично практически, все время соревновался с кем-то в бассейне, также на футбол ходил какое-то время. Но остался я в плавании, потому что, во-первых, я воду любил больше и пошел изначально в плавание, нежели чем в футбол. А во-вторых, у меня там не было особо много в Новотроице каких-то еще видов спорта. Мне, в принципе, нравилось только футбол и плавание. Я остановился на плавание, потому что это единоличный вид спорта, мне было на нем комфортнее работать, нежели чем на футболе. И у нас, спасибо, у нас как раз в чате есть вопрос от ребят. А со скольки лет вы начали заниматься спортом? 6, пошел плавание, 6 лет. Спасибо. Назовите вопрос от Марии. Назовите, пожалуйста, переломный момент в вашей спортивной карьере. Когда я перешел к Шишину Андреевичу в Видном, это мне было, по-моему, 13 лет. С Фрязино, я уже во Фрязино тогда переехал. С Фрязино я приехал в Ленинский район, начал там тренироваться. Вот этот переломный момент, наверное, был в моей жизни. И второй переломный момент был, наверное, в 16 году на Олимпиаде в Токио. А какова ваша главная профессиональная цель и что будете делать после ее достижения? Моя главная профессиональная цель уже достигнута. Сижу, думаю, до сих пор не придумал. Спасибо. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с ребятами несколькими эффективными приемами или секретами, с помощью которых вы настраиваетесь на успех. Да нет никаких, наверное, сверхсекретных приемов. Все эти приемы, все, мне кажется, люди богатые, успешные, во всех сферах говорят. Это непосредственно вера в себя и, знаете, момент того, что когда что-то не получается или допускаешь ошибку, то в этот момент это самый важный урок происходит в вашей жизни, потому что я на своем примере, все мои лучшие прогрессы были после негативного старта, нежели позитивного. Поэтому негатив и ошибка помогают тебе развиваться. Правда, исключать надо, чтобы ошибка повторялась. Это уже это уже немножко нехороший знак. Правда, ошибки могут тоже варьироваться, но суть в том, что, наверное, это непосредственно вера в себя. Находить веру в определенный момент в себя, мотивацию, мне кажется, ты всегда найдешь. А вот найти веру в то, что ты делаешь, и то, что это получится, это намного, мне кажется, сложнее. Лично мне так, по крайней мере. Спасибо большое. И у нас как раз в чате есть вопрос от, сейчас скажу от кого, Виктория Маркизова. Как уже непосредственно во время соревнования вы плывете дистанцию и видите, что соперники вас обгоняют. Вы начинаете паниковать или все равно уверены в своих силах? Сложно ответить. Я всегда, если вижу, что догоняют, я всегда хочу догнать. Паники особо никакой нет.
Все зависит от ситуации. Как правило, если я в хорошей форме, как бы объяснить. Просто на дорожке ты один в любом случае, тебе не мешает противник никак. И тебе надо плыть от своих ощущений, своих тренировочных моментов. Очень часто на 200 и пару лет назад, может, чуть больше, я любил начинать там третьим, вторым номером и на второй сотне разворачивать. Сейчас я поднял скорость, и поэтому я могу начинать и первым номером и додерживать его последующие сотни. На сотне я начал второй на полтиннике, закончил первый. Как бы это сложно ответить. Если вижу периферическим зрением, то начинаю бороться еще сильнее, что меня догоняет, обгоняет, то как бы победить еще сильнее хочется. Поэтому мне это помогает, панику не происходит. Спасибо большое за ответ. Скажите, часто ли вы нарушаете спортивный режим? Да, бывает, конечно, ложусь поздно, но знаете, тут момент, кому что простительно. Я, бывает, нарушаю спортивный режим, но на меня это как-то не сильно влияет. Конечно, когда идет максимально высокая работа, то да, там идет соблюдение полностью режима, питания. Вот, например, когда идет сужение, очень сильно идет компенсация мышцы, энергия очень, ну, очень активная, то есть ее некуда девать, то я могу иногда, там, бывало, что до 2 часов ночи я просто не могу уснуть, потому что просто, ну, уже жду этого старта, там, за неделю, за две, и я могу там 2 ночи уснуть, в 8 проснуться и буду вообще бодрячком, потому что мне уже хватает 6 часов на то, чтобы выспаться. Непосредственно, когда идет работа, там, объем утром, вечером по 8 километров, то есть там за неделю ты 80 проплываешь километров, то уже, да, ты уже просто приходишь где-то домой, ну, там, пообедал, поужинал, там, 7 часов или 8, сколько вечера, ты там, тебе нечего делать, ты полчаса что-то там покемарил, куда-то посмотрел, и уже вырубаешься, потому что тебе сил нету. И тебе надо на тренировку, грубо говоря, к 9, то ты ложишься в 10 и встаешь, там, 8, потому что тебе надо спать не 6 часов, а где-то 11-10, чтобы восстановиться. А какая у вас раскладка, когда плывете 100 метров на спине в 50-метровом бассейне? Начинаешь 95%, заканчиваешь 100%. Не всегда работает. Я не знаю, как это объяснить, она всегда работает. Да, это вопрос был от Кирилла Филимонова. Видимо, Кирилл, тоже занимаешься плаванием? На какой дорожке, и там же Кирилл спрашивает, на какой дорожке вы любите плавать? Больше всего на основаниях на третьей. Не знаю, почему на третьей дорожке больше всего мне получилось всего. А были ли моменты, когда хотелось все бросить и уйти? Вопрос у нас от Руслана. У меня был такой момент. С 10 до 13 лет, как раз я говорю переломные, в 13 лет я во Фрязино тренировался, я второй взрослый выполнил 10 лет на практически всех дистанциях, кроме брасса, я на бате, на кроле, на спине, на длин, на полторашке, на 800-ке, там, и на полтиннике, на сотне, я на везде имел второй взрослый, и там первый, ну, только выполнил. И первый взрослый, я такой думаю, ну, через полгода где-то первый взрослый закроет, там, может. Я 3 года не мог выполнить первый взрослый, там, тренировался с тренером, не получалось. И вот переломный момент был, я перешел к Шишину Андрегинайчу, и сразу непосредственно я выполнил первый взрослый через месяц. Так, как бы, есть очень важный фактор, что, ну, нужен, так сказать, умение правильно тренировать. Потому что, спасибо. Ну, как бы, есть разница, что я не мог выполнять 3 года и через месяц выполнять первый взрослый. А вот расскажите, есть ли у вас в спорте кумиры, с кого вы брали пример? Или нет, было? Никогда не было. Но кумир — это я. Так, и ваша жизненная кредо? Или девиз по жизни? Все или ничего. Все или ничего? Супер, спасибо вам огромное. Евгений, спасибо, что сегодня удалось выйти с нами на связь, ответить на вопросы. Всего вам доброго, удачи, новых достижений, новых побед. Спасибо большое за приглашение, до свидания. Всем хорошего дня, вечера и ночи. Спасибо большое, всего доброго. Ребята, а мы с вами продолжаем. Спорт – это большая семья, где нет места этническим, политическим и религиозным разногласиям, как я уже говорила ранее.
И наша задача, во что бы то ни стало, оставаться в этой среде, открывать новые горизонты, закаляться в здоровой конкурентной борьбе. И давайте с вами познакомимся с нашей следующей гостьей и ее опытом в спортивном мире, в мире спортивной дипломатии. Позвольте вам представить Валерию Сергеевну Коблову, российскую спортсменку в вольной борьбе, серебряного призера Олимпийских игр 2016 года, чемпионку Европы 2014 года, призера чемпионатов мира, заслуженного мастера спорта России. Валерия Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер, всем привет. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы очень рады видеть и хотели бы задать вам несколько вопросов. Назовите, пожалуйста, самое невероятное событие в своей спортивной жизни и в своей повседневной жизни. Ох, самое невероятное, я думаю, что это когда я завоевала медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Конечно, это цель была всей моей спортивной карьеры и, в принципе, осознанной жизни. Вот. А вторая в повседневной жизни – это рождение моей дочери. Здорово. Спасибо. А расскажите, красивая вот так девушка и вольная борьба. Почему такой выбор? Как так случилось? Мы с братом двойняшки, он у меня старше на 15 минут, и мы как бы все делали вместе, дружили, росли, дрались. Вот. И когда Андрей, так зовут моего брата, решил пойти в вольную борьбу, естественно, вместе с ним пошла за компанию я. И так, собственно, и получилось, что я осталась, а Андрей, кстати, закончил со спортом. Дальше он не стал продолжать. Так, а когда вы ходите на борцовский ковер, какая первая мысль в голове? Сделать свою работу качественно, проявить все свои знания, таланты, навыки, все, что в меня вложили. Вот, конечно, победить. А как вы настраиваетесь на победу? Может быть, у вас есть тоже какие-то свои секреты, которыми вы можете поделиться? Уже, да, секреты, какой-то подвох, да? Поделиться секретами. Ну, конечно же, нужно настраиваться на то, что все так просто не будет, то, что твой соперник тоже хочет победить. Вот, иметь концентрацию, холодный такой разум. Я думаю, что это в любом деле нужно сохранять. Вот. И, конечно, стараться вот именно проявить такую волю к победе. Вот. И все как бы вот отдать на ковре борцовском, чтобы потом ни о чем не жалеть. Спасибо большое. А такой вопрос от Карелова Марии. Общаетесь ли вы с соперниками? И какие у вас взаимоотношения, если да? Ну, у нас есть 10 весовых категорий. То есть у нас достаточно такая большая спортивная семья. Вот. Конкретные свои весовые категории, я не скажу, что мы прям так дружим. Самое главное, я считаю, в спорте – это иметь взаимоуважение. Вот. Это присутствует, поэтому такое есть подруги из других весовых, так скажем. А трудно ли заводить новых друзей на соревнованиях непосредственно? Я думаю, что соревнования уже подразумевают то, что ты уже соперничаешь, поэтому там цели другие, ты приходишь туда не дружить, а побеждать. Вот. Но в любом случае, вот, опять же повторюсь, да, вот это вот уважение к сопернику, вот, где-то такая солидарность в победе или в проигрыше, она присутствует. А, спасибо. Вопрос у нас от Алины Старковой. Есть ли у вас соперники, в которых вас что-то удивило, и вы ими восхищались? У нас есть вообще вольная борьба женская, она красива тем, что мы имеем много элементов таких, может быть, даже какой-то акробатики. Да? У нас нету удушающих, у нас нету болевых, у нас все достаточно очень демократично. Поэтому есть, когда действительно красиво в динамике идет какой-то бросок, когда с амплитудой соперник через тебя перелетает как-то, вот, это действительно хочется еще раз посмотреть, и как это вообще она сделала, потому что оба соперника сопротивляются, имеют силу, да, желание, и как ты переводишь вот именно вот эту энергетику и инерцию соперника
как тебе надо, то есть вот это, я считаю, искусство, я думаю, что это вообще этому нужно. Можно и поучиться. Здорово, как спасибо. А скажите, Кирилл Филимонов спрашивает, какой у вас коронный прием? Вот много кто вот из ребят интересуется. И у нас вообще вот по России, да и в принципе и в мире, отличается каждая школа борьбы, в том числе страны, по своей стратегии, так скажем. И стратегии, и техники. Я живу в Подмосковье, и наша школа борьбы основатели нашей школы были Черновы, там, отец и сын, они были в основном сильны на ногах, то есть проходов в ноги. Я знаю, допустим, для примера, это в Красноярской школе борьбы, там присутствуют элементы вот именно бросков. И когда ты встречаешься с соперником, допустим, из Красноярска, да, я из Подмосковья, тут уже вот кто кого, ну, можно сказать, обхитрит, надурит, да, и кто вот, кто навяжет вот свой стиль. Спасибо. А подскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете от спорта? И какой досуг любимый, если есть? Ну вот ребята до меня рассказывали, да, что действительно в большом спорте, да и вообще, я думаю, когда я в школе училась, все мое время поглощалось тренировками. Поэтому, когда я имею свободное время, мне хочется просто проводить время с семьей, с родными. У меня есть собака, и мы любим гулять в парке, вот, приготовить вкусные какие-то обеды, ужины, общаться за столом, потому что действительно очень мало времени остается друг на друга, и вот стараюсь этим пользоваться. Спасибо. Так, ребята нам продолжают наши вопросы. А какой вид спорта вам еще нравится, Диана Шигаева? Я вообще в детстве занималась художественной гимнастикой. Мне очень нравится этот вид спорта, и девчонки, вот мы были как раз сейчас в Владивостоке перед Олимпиадой в Токио, вместе готовились, очень красивый. Также нравится, да и вообще каждый вид спорта по отдельности, если брать, он красив. И плавание, и спортивная гимнастика, и пятиборье, то есть все виды спорта, они по-своему такие вот самодостаточные. Спасибо большое. Вопрос от Михаила Скаткова. Были ли моменты, когда проигрывали и хотелось сдаться? Конечно, нет. Потому что когда вообще вот проигрываешь, мне кажется, очень важно. Это, кстати, можно отработать. Мы и отрабатываем это состояние тренировки, когда нам тренер говорит: сейчас вы проигрываете, вам 10 секунд осталось, вот что хотите, то и делайте. То есть это можно даже выработать в себе вот это вот ощущение. То есть ты даже как актер кидаешься в такую, можно сказать, агонию, но тут же себя останавливаешь, потому что понимаешь, что нужно иметь холодную голову и расчет. Вот. Пробуешь выиграть, пробуешь, пытаешься, потому что лучше сделать и не жалеть, чем не сделать и жалеть. Что помогает в жизни, а что в спортивной жизни? Что помогает, а что, наоборот, мешает? Помогает дисциплина. Спорт закаляет характер. Вот. Все многие дела по жизни хочется... Ну, как-то он воспитывает спорт. Нужно делать качественно, хорошо и до конца. Вот это я как бы в себе вот прям заметила. Что мешает? Ну, может быть, не в тему, но мешает травма. Большой спорт, к сожалению, имеет и вторую сторону медали, это травма, которая тебя отбрасывает назад и где-то мешает вот себя как-то проявить еще лучше, чем есть. Спасибо за ответ. Назовите свой девиз по жизни, пожалуйста. Быть лучше, чем вчера. Как-то так. Спасибо. Очень круто. Спасибо большое. Ребята, давайте вместе поблагодарим Валерию Сергеевну. Спасибо большое, что поделились. Я уверена, мотивировали многих. Спасибо за приглашение. Да, спасибо вам огромное. Вот. Хорошего вечера, новых побед. Вам всем счастливо, и вам тоже. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Ребята, а мы с вами продолжаем. И позвольте вам представить Максима Витальевича Шмырева, игрока в настольный теннис,
мастера спорта международного класса, вице-президента и члена исполнительного комитета Федерации настольного тенниса России. Максим Витальевич 19 раз становился чемпионом России, из них 5 раз в одиночном разряде. Бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года в миксте. Максим Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, я надеюсь, вы меня слышите? Да, мы вас и видим, и слышим. Здорово, добрый Отлично. Вечер. Добрый вечер. Я вас приветствую из города Екатеринбург, где я нахожусь с командой молодых дарований, школы, которые привез нам соревнования в этот город. Это было очень большое соревнование, поэтому очень приятно вас слышать и видеть. Спасибо, что нашли время, да, и смогли быть сегодня с нами здесь. И, ребята, вы знаете, прям сразу просто, вот я смотрю, только подключились уже вопросы. Михаил Дементьев спрашивает, какой у вас стиль игры, атакующий или защитный? И как вы решили заняться настольным теннисом? А Савелий Магин передает привет из Свердловской области. Он там проживает. Очень приятно всех вас слышать. У меня был очень острый атакующий стиль. Даже большинство тренеров не понимало, во что я играю, честно говоря. Я играл близко-близко у стола в настольный теннис. Мы все привыкли видеть настольный теннис, когда там длинные затяжные розыгрыши, из дальней зоны перебрасывать со всей силы, очень красивый розыгрыш. А я играл близко у стола, то есть максимально близко у стола, не отступая. И я считал, что это очень прогрессивно. На самом деле это действительно было очень прогрессивно. И теперь люди моего поколения, когда меня видят, вспоминают и говорят, о, ты открыл на тот момент, да, тот стиль, который сейчас играют современные люди. Поэтому я играю близко у стола. И вот считаю, что так надо было играть в настольный теннис лет 20 назад. И вот действительно сейчас это очень прогрессивно считается. Спасибо за ответ. А какая самая быстрая скорость была у мяча вашего? Кирилл Филимонов спрашивает. Вы знаете, в настольный теннис играем мячом, который весит 3,5 грамма. Это кажется совершенно невесомая такая субстанция, белый мячик, который мы все видим. Вот, и вы представляете, в настольном теннисе, в котором, между прочим, расстояние между соперниками около 3,5 метров, ну, представляете, 4 метра между нами. Ну, например, в большом теннисе, вы представляете, какое расстояние, или в футболе. Там, в большом теннисе, когда подающий запускает свою подачу к сопернику, между ними там около 20-30 метров, и мы все видим на экране телевизора, монитора написано надпись там 200 километров в час, и нам это понятно. Так вот, между нами 4 метра, и мячик у нас в настольном теннисе иногда вылетает со скоростью 170 километров в час. Это вот замеренная скорость бывала у нашего снаряда мелкого, который 3,5 грамма весит, маленького белого мячика, а между нами расстояние 4, иногда порой метра. Поэтому вы представляете, одно дело, нас на длине 20 метров на это реагирует, на 200 км в час, и другое дело на расстоянии до 4 метров реагирует. Вот такая у нас скорость бывает на 100 метров. Вот это да, здорово как. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, Максим Витальевич, какие навыки необходимо прокачать спортсмену в современном мире? Спортсмену в современном мире? Я думаю, что в первую очередь это решение задач ежесекунд. Знаете, я своим спортсменам, которых ежедневно тренирую, я говорю, ребят, вы знаете, по большому счету у нас у всех есть разные достоинства и разные недостатки. И спортсмен, я считаю, что не тот, кто, ну, там, 200 килограмм штангу может поднять вот сегодня. Он пришел, и завтра 200 килограмм, и послезавтра он приходит на то же, и опять 200 килограмм. А тот, кто каждую секунду поднимает свой предел. Ну, например, я сегодня 20 раз отжимаюсь, и я это умею. Но, приходя на тренировку как спортсмен, я должен преодолеть себя. То бишь, я 21 раз сегодня должен отжаться, а завтра я уже 21 умею, и это уже данное. А чтобы стать завтра спортсменом, чтобы быть завтра спортсменом, надо 22 тогда будет послезавтра. И мы сами над собой делаем усилия, сами себя обыгрываем, и это, наверное, самая большая победа над собой, когда мы это можем сделать, преодолевая наши границы. Вот это, наверное, одна из самых главных черт спортсмена, который всегда борется с самим собой, повышая свои возможности, преодолевая то, что он, кажется, уже не может преодолеть. Мне кажется, как-то вот так. Да, здорово, спасибо большое. Скажите, а что вас больше всего удивляло или поражало в сопернике?
И есть ли соперники, которыми вы вот по-настоящему восхищались и восхищаетесь? Вы знаете, очень много соперников, которыми я восхищаюсь. Наш вид спорта достаточно уникальный. У нас нет одного качества, которое выведет вас на вершину. У нас надо в нашем виде спорта, в настольном теннисе, это сложение нескольких качеств. Причем они могут быть даже, казалось бы, не самыми важными. У нас около 10 качеств по оценкам тех или иных специалистов, ну, плюс-минус, там, китайские специалисты выделяют 10 качеств, там, наши специалисты советского периода выделяли там 6-8 качеств, ну, по-разному. Ну, ладно, смысл в том, что нету волшебной таблетки, называемой допингом, которую я приму и стану чемпионом мира по настольному теннису. Просто ее не существует. Ну, знаете, в нашем виде спорта практически за всю историю не было допинга вообще, допинговых скандалов. То есть это как бы подтверждает мои слова. Я просто очень много раз отвечал на этот вопрос. Так вот, я думаю, что надо воспитывать несколько качеств, улучшать свои, которые у нас есть, природные качества, которыми мы гордимся, своими сами, которые мы знаем. И недостатки мы тоже свои знаем. Поэтому надо улучшать недостатки и поднимать свои лучшие качества до таких пределов, когда соперник не справится. Отвечая на ваш вопрос, у меня было много соперников, которыми я восхищался. Восхищаюсь, конечно, теми соперниками, которые могут то, чего я не могу. Ну, например, у нас такой был легендарный швед Ян Ове Вальнер, с которым я однажды встречался, с которым я боролся, который был кумиром моего детства, наверное. И до сих пор он остается, наверное, самым именитым и самым лучшим спортсменом в истории настольного тенниса, как Филипп в футболе, так это Ян Ове Вальнер. Так вот, он был художник, он творил за столом какие-то невероятные вещи, какое-то художество исполнял. Я так для себя отвечал. Я работник за столом, а вот Ян Ове Вальнер – это художник, который творит. Вот я им восхищался, потому что, смотря за его действиями, сидя на трибуне, я просто смеялся на трибуне, потому что я кайфовал от его действий за столом, что он мог, как он готов, какие у него спортивные качества и как у него работает мозг для того, чтобы обыграть соперника. Вот это меня восхищало. Вот, множество ребят, у некоторых была несгибаемая воля, которых нельзя было обыграть. Вот какой бы угодной они ситуации ни оказывались за столом, в какой бы тяжелой ситуации не принудил их соперник, они находили способы выходить из тех тяжелейших ситуаций, которые я ставил себя на место этого спортсмена и понимал, что я уже раз 10 бы дрогнул. А этот спортсмен, например, выдерживает такое, что я прям, ну, просто снимал шляпу перед ним или просто восторгался его возможностями выпутаться из тяжелейших ситуаций. Поэтому, еще раз повторюсь, множество качеств, которые приводят нас к победе в нашем виде спорта, но так же, как и в любом другом, там, каждый вид спорта, я уже после 40 лет занятия профессиональным спортом, я практически каждым видом спорта восторгаюсь. Я понимаю, что в моем виде спорта я ценю то-то, то-то, поэтому я им занимаюсь. Но я знаю таких же увлеченных людей из бокса, из штанги, из шахмат, из большого тенниса, из футбола. И все они суперпрофессионалы, вы знаете. И каждый может мне такое рассказать, что я за голову схватаюсь и говорю, да ладно, что, неужели вы такое тоже можете делать? Неужели вы можете там мячик положить в девятку 25 раз подряд, там, с расстояния там 25 метров? Ну да, могу. Ну, мы этим 20 лет занимаемся. А я 40 лет занимаюсь. Я подаю подачу, и у меня те люди, которые считают, что они хорошо играют на настольный теннис, они просто один раз в потолок отбивают мой мяч, один раз под стол, один раз в глаз какому-нибудь наблюдающему судье отскакивает у них мяч, хотя они хотят на стол попасть. Поэтому мы все профессионалы своего дела, которые занимаемся. Мы все любим наши виды спорта, и мы можем рассказывать про наши виды спорта, ну, не знаю, часами. И рассказывать такие интересные вещи, что действительно увлекут ребят, спортсменов, которые захотят этим заниматься. Если мы встанем к столу, начнем показывать элементы из нашего вида спорта, я уверен, что множество ребят, девчонок и мальчишек захотят заниматься нашим любимым видом спорта. Но, повторюсь, спорт – это отдельный мир, которым мы занимаемся по несколько часов в день. Вы знаете, я с детства занимаюсь по 8 часов в день. Практически без выходных несколько лет провел там. Ну, и поэтому мы увлеченные люди, мы, которые можем рассказывать и о нем долго. Вот я уже долго рассказываю. Максим Витальевич, а вот скажите, у нас как раз вопрос в чате вот Марии Кареловой. А почему именно настольный теннис? Как вы пришли к такому выбору?
Это вообще случайный выбор. У меня старший брат, которого мои родители, а конкретно папа, повел заниматься большим теннисом. Мне было 6,5 лет, я был еще мал и воспитывался в Советском Союзе. Мой старший брат на 3 года старше, а папа был очень увлеченным спортсменом. Он генерально был спортсменом. То есть не было какого-то вида спорта, который конкретно он дико любил. Но в настольный теннис, например, он просто не мог играть слева. У него не было удара слева. На заводе, где он работал инженером, они регулярно в свободное от работы время играли в настольный теннис. А в Советском Союзе стол настольного тенниса стоял буквально везде. На улице, в школах у нас стоял, на заводах почти везде. На каком-либо из этажей стоял обязательно стол настольного тенниса. Это было доступное развлечение и интересный вид спорта. Во многих видах, во многих кино мы видим как раз моменты, когда там играют настольный теннис на заводах. Помните, там фильм очень, самый обаятельный и привлекательный, по-моему, там с Олегом Янковским, там, где они рубились, и Муравьева играла. Очень много действительно в нашем детстве, где стоял настольный теннис, и очень много людей, которых я встречаю, я говорю, что я занимаюсь настольным теннисом, и все как один улыбаться начинают, потом говорят: «О, точно, я же чемпион, я обыгрывал, не знаю, своего папу, я обыгрывал, ну, не знаю», девушка говорит: «А я своего парня обыграл, и я знаю, как это классно, я сама чемпионка». И знаете, ни разу почти не встречал людей, равнодушных к нашему виду спорта. Почти все, ну, практически всегда я вижу улыбку на лицах, и это самое классное, что я могу сказать. Я играл на настольный теннис, и я тоже люблю настольный теннис. Я так играю, пойдем играть, пойдемте играть. А вот расскажите, как ваш спорт может способствовать сохранению мира во всем мире? Ведь такие увлеченные люди есть не только в России. Вот как спорт может способствовать сохранению мира? Очень пространный ответ могу дать, но я сделаю конкретные ответы. Значит, первое, сохранению мира тем, что мы занимаемся своим видом спорта, и для нас нет границ. У нас для нас нету разделения на какие-то нации, страны. Мы приезжаем на соревнования, и для нас есть соперники, с которыми мы соревнуемся, которых мы хотим обыграть. Но это за столом это соперник, а отходим от стола, и нас объединяет настольный теннис. Мы идем вместе ужинать, обедать, в тренировочный зал вместе идем, спрашиваем друг друга: «Слушай, пойдем потренируемся, у тебя есть сейчас свободное время?» Он говорит: «Сейчас нет, но с тобой с удовольствием поиграю». Вы знаете, я был в Японии 2 года, играл, и у меня была коллекция спортсменов из самых больших звезд настольного тенниса. Китайцы, японцы, белорус, француз, хорват, чех, бельгиец. Это были лучшие игроки того времени в настольном теннисе. И мы все встречались, и мы просто кайфовали. Мы встречались за столом, играли за большие гонорары. Тогда в 2000-х годах $1 миллион стоял на кону. Год вот мы играли в Японии, и первое место было $1 миллион. Это вообще невероятные цифры для нашего вида спорта. Вот, так вот. Отходя от стола, причем у стола мы соперничали за эти деньги, но при этом мы дружили все вместе. Вот этот международный консорциум, который выходил, когда от стола настольного тенниса, и шли по Японии, мы гуляли все вместе, шли, обедали. Для нас этот мир был очень интересен, и мы объединялись мыслью о том, что мы спортсмены, о том, что мы теннисисты, и мы получали от этого удовольствие, мы общались, и до сих пор общаемся. Вы знаете, мы до сих пор вспоминаем те времена, и это нас объединяло. Вот эти все странные разноликие, которые сейчас вот непонятно. Мы посмотрим телевизор, и кажется, что, ой, боже мой, мы к нам враждебно относятся те страны. А между нами, спортсменами, вот этой вражды нет. Мы знаем, кто мы такие. Мы знаем, что мы хотим мира друг другу. Мы хотим сыграть друг другу. Мы не хотим воевать друг другу. И вот это объединяло. И второй пример, который я дам обязательно, потому что это действительно объединяющий фактор. Так вот, в 60-е и 70-е годы была очень напряженная обстановка во всем мире. Тогда Америка выходила на главенствующие роли. Китай был одним из сильнейших государств тоже в мире, но очень закрытым. Тогда была коммунистическая партия, в Советском Союзе была коммунистическая партия. Весь мир был практически поделен на 2 лагеря – капитализма и социалистические страны во главе с нашей страной, Советским Союзом,
Так вот, и весь мир достаточно полярно относился к нему. Мы встречались на международных соревнованиях, но тогда отношения между спортсменами были запрещены. Например, даже в одном автобусе нельзя было ехать игроку из Советского Союза и американцам. Это было запрещено. То есть, если бы это такое случалось, то тогда это приводило к тому, что спортсмены этого больше никогда не пускали на следующие соревнования. Так вот, случилось в 65-м году, что один американец сел в автобус с китайской делегацией. Они каким-то образом сдружились. Так вот, а Китай тогда выходил на главенствующие места в мировом теннисе, настольном теннисе. Так вот, эта случайная встреча довела до того, что через год китайские спортсмены приехали к американскому президенту, и так называемая пинг-понговая дипломатия началась вот как раз вот с такого случайного происшествия, в котором американец зашел в автобус китайской делегации, сели, подружились, и после этого китайцы приехали в Америку, встретились с президентом, по-моему, Никсон это был, это можно посмотреть в Википедии, я сейчас вот, к сожалению, не посмотрел точно, но я знаю, что об этом написано и в Китае книга, и в Америке вышла книга, и в 70-е годы была очень сильная история о том, что спорт сблизил тогда континенты, мир, спортсменов, и пинг-понговая дипломатия вошла в мировую историю как действительно средство в ту эпоху холодной войны, такая очень была серьезная холодная война между странами, представляющие два направления в мире политики. Так вот, спорт тогда очень сильно помог сблизиться, и тогда начали страны уже вести более тесный диалог на уровне правительств, и пошло уже сближение между людьми этих стран, и во всем мире пинг-понговая дипломатия – это очень известный термин, который дал миру сближение, помощь договориться, встретиться, начинать состязаться уже не в военной сфере и в мире конфронтации, а в мире спорта, и это действительно тогда облегчило мировые отношения среди государств. Вот это прям конкретный пример, который я рекомендую вам посмотреть. Это очень интересно прочитать «Пинг-понговая дипломатия». Запомните, пожалуйста, этот термин, и он представлен в интернете, это можно почитать, это классно. Вот спасибо конкретно, огромное. Наверное, ответил да. на ваш да, вопрос. Да, Максим Витальевич, спасибо огромное. Действительно, ребята, если у вас обязательно после встречи, да, почитайте. Вот она как раз-таки, наша тема «Спорт и дипломатия». И вот он, настоящий пример пинг-понговой дипломатии, который, да, вы можете более углубиться и после встречи более тщательно изучить, потому что, да, это действительно настоящий живой пример. Спасибо вам огромное, Максим Витальевич, что вы, несмотря на то, что находитесь на соревнованиях, смогли сегодня к нам подключиться, пообщаться. Ребята тоже вас благодарят. Спасибо. И хорошего вам вечера. Спасибо огромное за вопросы. Мне очень приятно в такой, знаете, дружеской обстановке, потому что я вижу интерес ребят. Постоянно мне приходят сообщения, вопросы, запросы. Ребят, вы меня извините, если я кому-то не ответил. Я очень хочу ответить на все ваши вопросы. Их просто действительно уйма. И я попытался полноценно ответить на те вопросы, которые звучали в эфире. Я просто... не могу похвастаться, что я Цезарь какой-то, который может одновременно писать, читать, слушать запахи там, да, цветов, которые меня здесь окружают. Да, и вот это все одновременно. Я просто погрузился в ответ, пытаясь вам сказать самое интересное, потому что меня тоже переполняют эмоции, чтобы вам донести, не знаю, эмоции, донести радость, донести... мой опыт, то, что я получил за свою жизнь, занимаясь спортом, а это действительно классный опыт. И постарался ответить полноценно на ваш вопрос. Мне очень приятно находиться вот среди спикеров такого замечательного, вот не знаю, как сказать, сообщества людей, объединенных по разным интересам, но объединенных вот в этой общей теме. Спасибо большое за вопросы, спасибо за интерес. Желаю вам плодотворно развиваться, успеха во всем. Ребят,
решайте задачи, которые стоят перед вами каждую секунду. Вот решение этих задач расширяет ваш кругозор, позволяет вам никогда не останавливаться в жизни. А вот это, наверное, и есть то, что называется жизнью, то, что мы всегда не останавливаемся. Приходят новые задачи, а мы их решаем. Мы готовы их решать, а не устраняемся. Вот это, наверное, и спорт, и жизнь, и все в одном флаконе. Ребята, успеха во всем. Спасибо большое, Максим Витальевич. Ребята, а я благодарю вас за вопросы. Да, продолжайте, пожалуйста, писать. Мы их видим. Просто действительно, да, время у нас бежит так быстро, а сказать хочется так много. И позвольте мне представить нашу гостью, Татьяну Романовну Лебедеву, российскую легкоатлетку, выступающую в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийскую чемпионку 2004 года в прыжках в длину, многократную чемпионку мира, Европы и России. Татьяна Романовна является заслуженным мастером спорта России и полковником Вооруженных сил Российской Федерации. Татьяна Романовна, добрый вечер. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, вы вообще вот только что вернулись из Европы, да, с соревнований. Как там все прошло? Ну, сейчас уже я как тренер, даже не как тренер, как заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов. И у нас команда волейбол, мужская и женская, а это наша визитная карточка нашего университета. Теперь уже наша делегация, наша команда поехали в Италию, в Рим. Это уже 6-й чемпионат среди университетов, так называемый. И буквально вот в субботу они стали чемпионами. Девушки в третий раз, а парни впервые выиграли, то есть впервые поехала команда. И для нас это большой успех, потому что мы считаем, что так как Российский университет дружбы народов, он не... вот нет профиля именно в спортивной части, мы не выпускающие кафедры, но тем не менее у нас обучается 160 стран и со всего мира, и мы, конечно, хотим привить любовь к физической культуре, чтобы наши студенты полюбили заниматься спортом, чтобы они открыли для себя совершенно новый мир, потому что спорт — это действительно уникальный мир, где ты именно пробуешь себя, узнаешь свои все слабые качества, все свои такие темные стороны, потому что спорт и занятия физической культуры подразумевают, что нужно трудиться, нужно определенный режим соблюдать, нужно иногда через «не могу» в том числе. И вот эти качества, это они помогают не только как стать спортсменом, но также они помогают состояться как человеку, реализоваться себя в других сферах деятельности. И вот именно такой тандем, именно как спорт и учеба, чтобы действительно... студент, закончив наш вуз, он сказал, что я открыл для себя новый мир, я полюбил те или иные виды спорта, я попробовал, я почувствовал именно вкус и поражения, и победы, именно вот эту эмоциональную составляющую, потому что спорт — это в первую очередь и эмоции. И мы иногда запоминаем спортсменов даже не то, что он сколько там медалей завоевал, а именно вот мы увидели его момент, когда он радуется, когда он даже там, или наоборот, что-то не получилось, он плачет. И у нас вот эти картинки, такие ассоциации, они у нас часто останавливают, и мы вот помним, что, да, спорт, и я вот помню, как смотрел Олимпиаду, там чемпионат мира, и вот видел, как спортсмен там победил, как он там безумствовал от победы, или наоборот, как он плакал, как он рыдал, но тем не менее, в следующий раз он становился чемпионом. И именно вот ради таких мгновений, я думаю, стоит смотреть и любить спорт. Спасибо. Скажите, а что объединяет спортсменов всего мира? Вы знаете, спорт, я говорю, это уникальный мир. И вот представляете, когда на Олимпиаде, в основном, если у нас проходят чемпионаты мира, мы вот варимся в собственном соку, там, одни легкоатлеты, если там по хоккею, хоккеисты и так далее. И мы знаем уже своих соперников, своих спортсменов, команды. Но когда происходит Олимпиада, это совершенно вот все 10 тысяч участников живут в одной деревне. И все, вот такая энергетика там просто зашкаливает. Там такое энергетическое поле, наверное, уже поднеси спичку, там все вспыхнет. И ты в течение этих 17 дней, ты видишь, как идет спортсмен, потому что если у тебя соревнования, как правило, во второе, ну, легкоатлетика всегда под конец проходит, ты видишь вначале, как идут с медалями, радость, с цветами, там на руках тебя заносят в деревню. Или наоборот, ты видишь там, не знаю, руку сломал или плачет весь там, переживает. И вот, вот эти эмоции ты думаешь, как бы не сгореть, как бы дожить до соревнований, и понимаешь, что
это вся одна большая семья, и с одной стороны ты гордишься, что ты тоже часть этой семьи, ты даже что ты попал на Олимпийские игры, это уже большой успех, то есть просто так туда тоже не попадешь, определенные нормативы, определенные отбор пройти, и вот это эмоциональное, вот это психологическое давление, что ты это смог, это и внутренняя такая вот радость, что у тебя получилось, что ты не зря занимался спортом, что ты не зря отказывал себя в детстве какие-то ограничения, что нужно было режим соблюдать, определенное питание, что вместо того, чтобы там тусоваться, ты выбрал стезю спорта, и понимаешь, что ты сделал правильный выбор, потому что на улицу, на тусовке можно вернуться всегда в любое время. А вот именно такой момент, когда тебе предопределено, что ты в самом расцвете сил, и ты посвящаешь такому качеству, как самопреодоление, именно познание самого себя, я считаю, что, наверное, каждый спортсмен, когда вот он видит любого спортсмена, он говорит, да, я там имею мастер спорта норматив. Ты уже внутри уже его уважаешь, потому что ты знаешь, что он прошел, он терпел, он трудился, он прошел все вот эти тернии именно тренировочного процесса, и в том числе через поражение, и это заслуживает уважения. Спасибо. А у нас вопрос Мария Салахутдинова задает. Какое соревнование вам запомнилось больше всего? Наверное, всегда надо говорить и Олимпийские игры. У меня было 4 Олимпиады, и на самую первую Олимпиаду я ехала такой, наверное, самоуверенной, что у меня лучший результат, я выиграю. А мне говорили, а как же вот удача? Вдруг что-то там не так? Я говорю, ну как, удача любит сильных. Если ты сильный, значит, она будет с тобой. И, наверное, такую насмешку получилось, что мы выступали в Австралии, когда погода была совершенно другая. То есть у нас была осень, у них была весна. И погода менялась каждый буквально час, она могла поменяться. И получилось, что в квалификации у меня был лучший результат. Я вышла в финал как лидер. Но в первой попытке я всегда делаю такую аккуратную попытку, а потом уже рискую. И я сделала аккуратную попытку, чтобы все, да, уже там на пьедестале место обеспечено. И тут основная моя соперница, она прыгает свой личный результат. Но я понимаю, что я готова прыгать дальше. И тут начинается сильный дождь, начинается такой встречный ветер, соревнования останавливают, мы все промокли, пока принесли тенты, чтобы мы накрылись, мы уже все замерзли, потому что погода резко испортилась и стало очень холодно. И что бы я ни делала, там уже вот против ветра, когда у тебя уже шиповки, на них уже налипло песок, они уже тяжелые, по тонне весили, и уже вот этот холод, это самое страшное для спортсмена, потому что вся энергия идет уже на то, чтобы согреться, чтобы не потянуть мышцы, все время надо двигаться, а одежда уже такая промокла. То есть это был такой мне первый опыт, наверное, Олимпийских игр, что Олимпиаду на халяву не выигрывают. Ты должен быть профессионально настроен во всем, вплоть до мелочей. Мелочей в большом спорте не бывает. Поэтому уже в следующее 4-летие я с собой везла чемодан. Вещей даже может солнце светить. Уже это будет какая-нибудь Испания, Греция. Пусть будет лучше с собой 3 пары шиповок, пусть будет с собой там несколько пар носков, но костюмов, но, как говорится, своя ноша не тянет, но ты будешь уверен, что все рассчитал, все сделал правильно. Поэтому на следующие 4-летие я, конечно, расстроилась, но тем не менее поняла, что, наверное, не все в этой жизни еще сделано, надо потрудиться, надо постараться, и уже на следующих Олимпийских играх я стала чемпионкой, хотя тоже была и бронзовая медаль, но там были определенные причины, травма, так, в спорте, к сожалению, бывают такие моменты, но тем не менее спортсмен уже знает, что такое через «не могу», иногда терпеть, и это ты уже не загоняешь, это настолько естественно, что да, болит пятка, надо прыгать, толкаться, ну, для спортсмена каждого Олимпиада это самое высшее, поэтому он понимает, что надо выложиться уже по полной программе, поэтому когда я выполнила уже заключительную попытку и стала олимпийской чемпионкой, наверное, первая мысль, мне всегда, как всегда казалось, что когда-либо выигрывают Олимпиады, наверное, небеса раскрываются, и бог Зевс касается тебя, дотрагивается до головы, и ты становишься, наверное, где-то там к богам на гору Олимп, где-то там в их компанию. Но самое интересное, я почувствовала первое мое ощущение, это была пустота, это была такая усталость, что наконец-то от меня отстанут журналисты, потому что они меня уже везде просто цепляли и говорили, ну, когда у вас будет золотая медаль? Когда мы увидим на вашей шее золотую медаль? И у меня вот было, наконец-то, они отстанут. И, наверное, полгода я привыкала к статусу олимпийской чемпионки. Не сразу. Это настолько было как-то недосягаемо, с одной стороны. Это вот мечта детства была. И что это будет действительно реально,
Я до конца не могла это представить, хотя я мечтала, конечно, как и все дети, что когда-нибудь мы станем олимпийскими чемпионами, но что это будет прям вот реально-реально, это, наверное, когда уже я стояла на пьедестале и плакала от счастья, вот, наверное, до конца вот это вся, все эмоции, все оставшиеся, наверное, вылились со слезами. Здорово. Тут как раз у нас, да, были вопросы, я видела, у ребят плакали ли, ребята неоднократно спрашивали, да, а плакали ли во время соревнований или после, да, вот как раз про эмоции. А, скажите, вот сейчас у нас очень много чего ушло в онлайн-мир, и Алина Старкова спрашивает, что можно посоветовать при дистанционных тренировках? То есть если вот человек занимается дистанционно, есть какие-то рекомендации? Если это не технический вид, во-первых, вот мы вели, сейчас у нас все очно, когда был такой пандемийный период, у нас были занятия дистанционно. Конечно, мы понимаем, что мы не могли всех проконтролировать, и здесь не видно ошибки, потому что когда у тебя там 30-50 студентов, и не каждый установит камеру, ты не можешь видеть, потому что ты сам показываешь упражнения, рассказываешь, то, конечно, здесь в первую очередь нужно быть определенные навыки, когда в очном режиме, если ты занимаешься со спортсменом, если это будет, допустим, не физическая культура, а уже тренировочный процесс, и спортсмен определяет, обладает определенными навыками, он уже готов и понимает, что от него требует тренер, тогда, конечно, он может ему сказать так и так, давай поставь камеру, ты там прыгай, я могу посмотреть, сказать тебе те или иные ошибки, если это технический вид, если это какие-то там другие упражнения, ну, то есть подготовительные, то их может тренер показать, и если спортсмен, говорю, обладает, он не новичок, он уже знает, о чем идет речь, он это может повторить, сняв на камеру, тренер может его подкорректировать. Ну, конечно, это довольно-таки такой ограниченный период, потому что все время тренироваться довольно-таки тяжело. Тренер не может взять и расписать. Он может теоретически расписать это на полгода, план тренировочного занятия, но все равно он должен смотреть вживую и чувствовать. Почему говорят, что тандем, когда тренер и спортсмен на уровне Wi-Fi считывают друг друга. Вот он пришел на тренировку, он уже по его походке может определить, что сегодня он не в настроении, что-то, наверное, случилось. Он начинает с ним разговаривать, беседовать. По ходу, если вот у них доверительные отношения, спортсмен обязательно рассказывает там, в учебе, где-то там какие-то еще там неудачи. Или наоборот, он приходит радостно окрылённый, что вот у него сегодня получилось там в учебном в школе там, или еще где-то, делится своей радостью, своими успехами. И, конечно, на таком эйфории, на таком вдохновении он и тренировку проведет, я считаю, что великолепно. И вот именно когда идут открытые такие отношения, обязательно будет результат, и тренер, он это видит, он это чувствует, он по ходу тренировки может поменять, скорректировать те или иные упражнения, если видит, что что-то не получается, или он уже устал, то есть он уже видит, что не так он там звенит, не так он уже бежит, хотя довольно-таки сильный спортсмен, то есть можно все это менять. А в онлайн-тренировке здесь можно говорить, что такой просто объем тренировки, там столько-то прыжков, столько-то там, не знаю, силовых упражнений, каких-то там ОФП-шных упражнений, но это довольно-таки тяжело, я говорю, это можно подготовительный период включать, но, говорю, чем ближе техническая идет работа, уже ближе к соревнованиям, здесь настолько все тонко, и организм спортсмена, он как струна, и если там сильно что-то нажмешь, там оно будет там фальшивить или может травмироваться в 5 секунд, и здесь нужно быть очень-очень аккуратно. Поэтому всегда говорим, что таких 4 Т составляющих успеха – это трудолюбие, это одно из самых таких фундаментов. Талант, талант – это не только, что вот у тебя такие антропометрические данные, а именно талант, умение анализировать свою тренировку, почему не получилось, делать какие-то выводы от побед, от поражений. Вот именно талант, умение все это в купе анализировать и выносить для себя какие-то выводы. И, конечно, это тренер и терпение. Терпение, терпение, терпение. Потому что иногда нам действительно бывает сложно. Это любой человек свойственно нам лениться и пожалеть себя. И мы такие были, мы не такие железобетонные, как кажется со стороны. Конечно, особенно когда ты сильно устаешь и понимаешь, что надо еще терпеть. И здесь такая вот воля, она иногда даже ломается. И думаешь, зачем мне это делать? Нога болит, уже там возраст, допустим, если это уже так, когда уже
приходить, ну, на грани того, что выходить, заканчивать спортивную карьеру, или наоборот, там, что вот травма, а соперники, они такие бьют копытом, они такие заряженные, что-то вот, такие идут депрессивные моменты, я думаю, это у каждого. Но в этот момент нужно просто уходить в работу, трудиться, пахать, как у нас говорят, любят говорить тренеры, и, как говорится, а там будь что будет. И как показывает практика, что трудолюбие, оно всегда воздается. Такого, чтобы это закопать в песок свой труд, такого не бывает. Если ты трудишься действительно от души, именно на 100% уверен в тренера, потому что это очень важно, когда ты веришь в тренера. Он даже может там быть невысококвалифицирован, но если есть до конца такая в него вера, и тренер это чувствует, и он старается всю свою энергетику отдать ученику, и тогда действительно будет результат. Если у вас есть чуточку сомнения, это нужно сразу или менять тренера, это первое, или говорить с тренером, то есть не бояться спорить, доказывать. Пусть он вам своими аргументами, в этом споре всегда рождается истина, что вы говорите, что я не могу сегодня сделать, это не значит, что я не хочу. Я хочу, но сегодня у меня вот то-то, то-то, и может это привести к травме. И если тренер такой дипломатичный, ну вот он видит вас, что вы действительно открыты, я думаю, он обязательно вас услышит, и это один из инструментарий педагогики, когда идет обратная связь, и не только вот таким авторитарным режимом руководят, но именно и слышат, и слушают вас. Спасибо. Я думаю, ребята себя записали, 4Т законспектировали. Татьяна Романовна, скажите, а Ольга Кораблева задает такой вопрос. Что вы посоветуете, как после поражения найти в себе силы, чтобы открыть второе дыхание? Ну, знаете, вот и Евгений Рылов-то говорил, что победы, они ничему не учат, а вот поражения, они заставляют нас остановиться, такую сделать паузу и проанализировать, почему это произошло. Потому что это может произойти в сферу того, что ты еще не вышел на пик своей спортивной формы, то есть там по сезону есть определенные старты, ты понимаешь, что здесь ты еще на загрузке, и не надо там личных рекордов. Но если ты на главном старте показал не самый лучший результат, то тоже может быть там, может быть, перегорел элементарно в таком юном возрасте. Это часто происходило и со мной, когда ты всю ночь не спишь, ты там уже представляешь, как ты будешь побеждать, как у тебя... Всегда нужно настраиваться на борьбу, что будет битва, что нужно прям показать все свои лучшие качества. Как только ты визуализируешь, что ты так пробежишь красиво, что ты так прыгнешь, будешь лететь, это такой первый звонок, что ты перегораешь. Поэтому сразу нужно вот такие мысли душить, нужно просто настраиваться или на какие-то установки, которые тренер говорит, там, обратить внимание на этот, там, на такой-то технический момент, или просто настраиваться на борьбу, что я буду биться, завтра будет такой, ну, для меня как спортсмена, битва века, и я сделаю все возможное, вложусь на 100-101%, а какой будет результат, к чему это приведет, ну, покажет сами соревнования. Поэтому если такие вот поражения, что-то не получается, совершенно не стоит отчаиваться, а как раз думать дальше, что делать для того, чтобы этого не повторилось. Здорово, спасибо. И еще вопрос от Дианы Шигаевой. А со скольки лет вы посоветуете начать заниматься легкой атлетикой? Вы знаете, я начала с 10 лет заниматься, я хотела вообще спортивной гимнастикой, но меня не приняли из-за, как сказали, что я бревно, то есть бесперспективно, нет гибкости. Я, конечно, расстроилась, но в 4 классе учитель физкультуры увидит, как я прыгаю в длину, сказал, вот у нас есть секция, спортивная школа, дал адрес, я пришла, записалась, сначала бегала средней дистанции, тренер был по бегу, но через год он мне передал прыжки, я прыгала в высоту, потом уже в длину и так далее. Поэтому я знаю многих друзей, которые в сборной, которые были тоже призерами Олимпийских игр, это Олеся Зыкина, она вообще в 9 классе пришла заниматься и при этом стала двукратным призером Олимпийских игр. Поэтому, конечно, чем раньше начнешь заниматься, ну, в среднем вообще у нас считается с 9 лет, ну, с 10, с 11, если позже пришли, если вы пришли из другого вида спорта, то есть там систематически занимались, то это тоже приветствуется. У нас много было там из фигурного катания, из гимнастики. Вот Елена Симбаевна, она в 16 лет закончила спортивную гимнастику, перешла на прыжки в шестом. Координация хорошая, то есть навыки такие сильные, руки, все есть. Осталось только и технику прыжков в шестом поставить, что тренер сделал, и все, наша звезда готова. Татьяна Романовна, скажите, ваш девиз по жизни?
У меня был кумир в свое время, если брать из легкой атлетики, так у меня был и кумир вообще с гимнастики, со спортивной гимнастики, но вот с легкой атлетики Карл Льюис, это 9-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный олимпийский чемпион по прыжкам в длину, и при этом он и бегал 100 метров, был мировым рекордсменом. И когда в 2004 году я с ним встретилась, и он мне написал, подписал свою книгу, написал: «Татьяна, never give up», то есть «никогда не сдавайся». И, наверное, это такой один из принципов стал тоже: «никогда не сдавайся». У меня проходят соревнования, уже вот 17 лет они, в городе Волгограде, всероссийский турнир по легкой атлетике среди там 12, 13, 14, 15 лет. И тоже вот я провожу мастер-классы, и всегда вот детям тоже, вот они в мастер-классах, у меня в футболке, где написано как раз «никогда не сдавайся». Потому что это не только именно девиз в спорте, но это девиз по жизни. Здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо за ответы. Да, спасибо за то, что были сегодня с нами и поделились и опытом, и эмоциями. У нас действительно много вопросов в чате, но я уверена, что, ребята, у вас у всех есть интернет, и вы можете более подробно и про каждого нашего гостя почитать, и про дипломатию спорт. Поэтому мы призываем продолжать общаться, не останавливаться, да, ВКонтакте, в обсуждениях евразийского детского сообщества. Ребята, пожалуйста, да, пишите, какие у вас любимые спортсмены, какие олимпийцы, может быть, родом из вашего города, чтобы наша сегодняшняя встреча действительно имела продолжение. Татьяна Романовна, спасибо вам огромное еще спасибо, раз. Спасибо, да, да. Вот. Занимайтесь спортом, любите, да, спортом, верьте в себя. Спасибо. Я уверена, что сегодняшняя встреча ребятам действительно дала импульс к новым победам, к новым завоеваниям, формированию здорового образа жизни, к смелым идеям, а может быть, даже для кого-то и послужит таким толчком к выбору новой профессии. Вот. Поэтому спасибо большое всем нашим гостям. Ребята, спасибо вам за ответ, за вопросы, которые были в чате. Давайте продолжать общаться ВКонтакте. И вы помните, что наша встреча будет доступна в записи на канале YouTube Евразийского детского сообщества. Поэтому, если вы что-то захотите еще посмотреть или пересмотреть, на YouTube все это будет сегодня чуть попозже. Ну, а мы приглашаем вас на нашу следующую встречу 16 декабря. Теперь мы будем встречаться раз в третий четверг месяца. Поэтому в декабре ждем вас снова, ребята. Спасибо за активное участие и до новых встреч. Всем пока!